Если в вашем саду или на огороде цветет тыква или кабачок, из нее можно приготовить прекрасную теплую закуску. Причем мы будем использовать для этого цветки без завязи. Сорвите приблизительно 20 цветков без завязи, и я расскажу вам, как из нее приготовить вкуснейшее итальянское блюдо. Сегодня мы готовим экзотическое блюдо из цветков кабачка или тыквы. Мы собрали на даче цветки кабачка или тыквы без завязи, и сейчас будем готовить их, обжаривая в кляре. Итак, наши цветы собраны, слегка сполоснуты водой и высушены. Теперь они готовы к тому, чтобы погрузить их в кляр и обжаривать. Мы приготовили кляр. Рецепт смотрите на нашем сайте «Экзотика. Стиль жизни». Опускаем наши цветы аккуратно в кляр. Очень удобно, потому что цветок можно держать за цветоножку. И вот теперь в таком виде цветочек готов, чтобы его погружать на разогретую сковородку с маслом. Итак, мы получили роскошную теплую закуску по-итальянски, пожарив цветы кабачка и тыквы в кляре. Вкушайте и наслаждайтесь! Подробности рецепта на сайте «Экзотика. Стиль жизни». Добавим сюда цветок настурции.